Вот мы отъехали из Потеряевки. Здесь у нас бульдозер. И вот попросили осветить бульдозер для того, чтобы на выходные, раз он сегодня у нас воскресный, мы работаем. Не осветить, а окропить святой водой. Ну, просто да, чтобы это Господь сохранил. Техника старая. От воров, которые могли бы растащить. Да и чтобы не ломался. Он какого года? Сидушки тоже, но он, наверное, закрытый. Он 82-го года. Но все равно на ключ-то закрывается. Я так думаю, как он. Ну, Игнат Тихонович просил, давайте. Да воскреснет Бог, да распрощатся враги его. Пусть бегут от лица его, ненавидящие его. Как исчезает дым, то пусть они исчезнут. Как тает воск от огня. Да пусть погибнут и бесы, при виде любящих Бога, знающих крестным знаменем. Крестик. Говорящих. Радуйся, многочтимый и жетрящий крест Господень. Прогоняющий бесов силу распятого Господа нашего Иисуса Христа. Воскресшего и поправшего силу дьяволу, даваться многочтимый крест для прогнания всякого врага. О, многочтимый и жетрящий крест Господень. Помогай нам со святой Госпожой Деву Богородицу и со всеми святыми во веки. Аминь. Господи, сохрани и помилуй от недобрых людей. Тебе слава за все. Во веки. Аминь. И нас сохрани, Господи, в пути. Поехали за медом. Шерстобитов Геннадия Петровича, да? Павловича. Павловича, да? Урывка. О, закрытых, да. Еще бы камера передавала бы запахи, тут запахи стоят от травы. Ну, вишни.